Компания по изготовлению канатных дорог уже более 80 лет работает на территории Самарской области. В регионе налажена практически полная цепочка производства. Здесь изготавливают сложные металлоконструкции и собирают готовый продукт. Предприятие уже давно вышло на мировой рынок. Построено более 420 объектов. Сейчас в компании трудится порядка 280 сотрудников. Но в непростых экономических условиях даже старейшим предприятиям региона нужна поддержка. Для этого Департамент экономического развития Самары запустил программу «Поддержка предпринимательства». Благодаря этому компании удалось возместить более 350 тысяч рублей. Эти средства предприятие ранее выплатило по условиям кредитного договора. Данная мера поддержки считается для нас очень важной. И мы чувствуем, что мы предприятие, которое становится нужным для Самарской области и нашего региона в целом. Поэтому видим в этом большую поддержку и надеюсь, что мы дальше будем развиваться в том же духе. Программа «Поддержка предпринимательства» действует в Самаре с 2019 года. Профильный департамент помогает представителям малого и среднего бизнеса возмещать потраченные на оплату процентов деньги по кредитным обязательствам. Особенно это было полезно в период пандемии коронавируса. Поддержку оказывают при помощи грантов. Только за прошлый год их получили 67 предпринимателей на сумму 23 миллиона рублей. В 2023-м заявку на грант уже подали 20 представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас в Самаре проходит первый этап. Он продлится до 30 апреля. Затем ближе к сентябрю начнется второй этап регистрации заявок на гранты. Предприниматели могут возместить до 400 тысяч рублей, ранее выплаченных по кредитным обязательствам. Однако, чтобы получить субсидии, бизнес должен соответствовать некоторым условиям. Кредитный договор должен быть получен не ранее 1 января 2019 года. Сумма кредитного договора должна быть более 500 тысяч. И на дату подачи заявления кредитный договор должен быть обязательно действующим. В то же время, что касается предпринимателей, то предприниматели должны быть обязательно зарегистрированы на территории городского округа Самара. На сегодняшний день в Самаре действует более 60 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Помимо финансовой помощи, Департамент экономического развития, торговли и инвестиций также оказывает информационную и множество других видов поддержки. У предпринимателей есть возможность проходить семинары и тренинги. Ежегодно в городе проходит специальная выставка, на которой представители бизнеса могут продемонстрировать свою продукцию, рассказать о потенциале предприятия, заключить выгодные контракты и найти потенциальных клиентов. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.